Всем, кто причастен к закладке будущего урожая, должно быть ясно одно. Благополучие жителей и достаток каждой семьи в районе зависит от наличия хлеба, то есть зерна. Большинство предпринимателей нашего района добросовестно относятся к возделыванию своей земли. Научились получать хороший урожай и хорошо регулировать свои финансовые возможности. Одним из таких является Зураб Зехов. О высоких урожайностях этого фермера знают не только в районе, но и в республике. В момент нашего приезда на одном из полей Зураба Зехова осуществляли закладку будущего урожая. На территории Игнатьевского сельского поселения общая площадь земли – это 3022 гектара. Из них половина занимает озимый клин. А из этой половины занимает, в общем, площадь Зехова Зураба Хазретбиевича. Это наш один из крупнейших предпринимателей на территории. В настоящее время вот мы находимся на его поле, идет сев пшеницы, они закончили уже сев зимового ячменя, заканчивают уборку кукурузы и остались еще пожнивной подсолнух. Об этом хозяйстве сказать можно, что передовые технологии, передовые результаты, одни из первых везде они. Ну, сейчас они дают урожайность кукурузы 100 центнеров с гектара. А по остальным, вот, по тонкостям всего производства, вам лучше скажет управляющий бригадой. Ну что рассказать, у нас сеялки нового образца и без посевщиков сеются. Компьютеры стоят, если где что-нибудь малейший огрех или засоренько, сразу тракторист останавливает, и мы все засыпаем автоматически машинами, вносим сложного удобрения 100 килограмм, селитры 20 килограмм туда добавляем, чтобы сложное работало сразу в этом же году. И поэтому у нас урожаи высокие. Техника вся своя, и землю готовим идеально. Потом будет высокий урожай. Несомненно, опыт Зураба Зехова является неплохим примером для всех земледельцев.